Завод уже 10 лет как не работает, а вот его детище еще довольно бодро рассекают по российским улицам. В Иванове владельцы автомобилей «Москвич» не просто замечают друг друга на дороге, они знакомы и дружат. В 90-е годы появился клуб «АЗЛК Тим». Он собрал поклонников столичного автомобилестроения. А потом, когда завод прекратил свою работу, народ сплотился еще больше, ведь запчасти стали практически на вес золота. По основной части, по некоторым двигателям, то да. Если что-то хочешь изменить не в плане заводского, то это проблематично. Если хочешь все сделать как по заводскому, то еще запчасти, они есть, существуют. Для Антонины Шароновой «Москвич» – машина фамильная. У четырех родных братьев по «Москвичу». И ей папа тоже подарил этот автомобиль. Так и вышло. Юность, знакомство с будущим мужем – все связано с этой машиной. Ездят они и сегодня. Когда душа лежит, садимся на «Москвич». Это все-таки наша молодость, еще когда мы встречались, ездили. Это первая машина. Еще тогда ни денег на бензин не было, 18 лет. Заправлялись там на 100 рублей. Ну вот как-то душевная машина. Ностальгия, да? Ну да, ностальгия. Артем Меликян не расстается со своим «Москвичом» уже 10 лет. Правда, от заводского оригинала здесь только каркас. Решетка от Ягуара, диски от Ситроена, бампер от Мерседеса. Такой вот пазл на колесах. Но на дороге не подводит. Кстати, надпись на машине Артема не случайна. «Космичом» в народе называют «Москвич». На дороге хорошо держит, то есть не водит ни влево, ни вправо. То есть скорость хорошая. Ям не боится. Посадка как бы приличная, а ям не боится. То есть езжу и радуюсь, как говорится. Иван за рулем этого автомобиля не всегда чувствовал себя так же комфортно, как сейчас. В свой «Москвич» он вложил немало сил и средств. На эти деньги можно было приобрести машину и посолидней. Машину эту взял у друга, можно сказать, за бесценок. Вот. Ну и состояние у нее было, конечно, очень плачевное. В ней очень много всего сделано было, полностью переварено днище, заменены лонжероны. К двигателю я, конечно, не касался, но полная покраска кузова, антикоррозийная обработка была. О преимуществах своих «Москвичей» эти автолюбители готовы рассказывать бесконечно. В эксплуатации дешевле иномарки. Салон просторный и комфортный. А еще это ностальгия для тех, чья юность пришлась на 90-е и нулевые. Можно, как и тогда, сесть за руль и умчаться куда-то в беззаботное и светлое, прихватив с собой своих детей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.